наш город, наш миллионный город, это в первую очередь город науки, город студенчества, где 14% населения города – это студенты. Это соглашение о сотрудничестве, которое, уверен, дает новый импульс нашей нужной, важной работе совместно с администрацией города. Суть соглашения, которое будет подписано сегодня, можно уложить в несколько строк. Это соединение усилий и административного ресурса с современными идеями и проводниками этих идей. Мы всячески поддерживаем вузовское образование, оно дает нам необходимые инновации и профессиональные кадры. Мы видим свою задачу в том, чтобы город для выпускников воронежских вузов стал тем местом, где они оказались бы востребованы, чтобы они не уезжали по возможности за пределы города и региона. История не история, где-то когда-то я ее слышал, что есть мэр Сорбонны, есть ректор Сорбонны. Так вот, первого, по большому счету, не знает никто, а второго знает весь мир. Поэтому вузы и вы, как представители вузовского сообщества, это то, что мне бы хотелось, чтобы славило наш город и несло славу в нашем городе далеко за его пределы. Следующая встреча, следующее заседание Совета ректоров, которое состоится 17 мая, состоялась на территории Департамента труда и занятости. По показателям мониторинга эффективности деятельности вузов будет показатель востребованности выпускников.